Всем привет, я Скиф, это Don't Starve, соло, три мира в одном. Продолжаем играть, я только спустился с вулкана, ну и соответственно к нам спешит крокодил. Тут я еще вижу просто рыбу-меч, которую неплохо будет забрать с собой, блин. Вот эти волны, конечно, очень сильно мешают, ну и надо разобраться предварительно с крокодильчиком. Добыт обсидиан, добыт топор, мачете, все вроде бы неплохо, рассудка ни черта нет. Так, сейчас немножко подеремся. Это плюс рассудок. Ой, а чё у вас двое? А, это нифига не с вулкана. Это, походу, просто атака. Или за спуск с вулкана меня стараются как-то капитально наказать. Непонятно. Ну, давай с тобой разберемся. Ау. Это на саплю, да? В смысле? Вот это поворот. Вот это поворот. А я еще тюльнадо-то не победю. Не побежду. Наверное. Да, уходим. Я вообще не готов к битве. Его легко затанчить можно, но мне лодку нечем чинить. И вообще все плохо. Блин. Максимально не вовремя тюльнадо приволоклось. Не хочет отставать. Жестко. В принципе, можно попытаться его шатнуть. Для этого надо, конечно, немножечко подготовиться. Мне еще лодку теперь чинить нечем. Вот это проблема. Я не уверен, что оно там не пропадет. Это тюльнадо нафиг. Это, конечно, да. Надо подсохнуть. И надо, кстати, костерок заменить. Ну-ка, подожди. Обсидиановое кострище я же могу сделать. В теории. Только из чего оно там делается? А, дров нету. Понимаю. А, беда. Ладно, сушимся сейчас. Каких-нибудь кошмаров попинаем. Рассудок себе подапаем. А, хотя подожди. Золото есть. Сейчас я себе рассудок подапну за счет того, что сделаю саблю. С помощью этой сабли тюльнадо разваливается на изи. Тем более вигой. Просто все очень как-то не вовремя. Я не ожидал, что оно тут как-то примчится ко мне. Это тюльнадо сраное. И будет меня оттачить. Поставил, наконец, обсидиановое кострище. И даже когда не особо сильно оно горит, тут, конечно, освещается вся округа. И это круто. Так, обсидиан можем сюда запихнуть. Капец, у меня тут все позабито. Жал у меня, по-моему, уже не осталось нифига. Что как бы проблема. Чем нам лодку чинить? А, с другой стороны, мы можем поставить... я думаю, пришло время... как ты там называешься? Верфь построить? Морская верфь, да, надо 6 известняка. Сколько у нас известняка есть? 4 есть. Так, меч хорошо. Я надеюсь, тюльнадо там не продолбится в мое отсутствие. Могу ли я больше сделать известняка? Походу, пока что нет, да? Надо еще по дороге добыть, получается. А, ну вот здесь, кстати, по дороге и добудем. То есть материалов, необходимых для создания известняка. Я, кстати, могу сделать зонтик, но не могу. Потому что не хватает веток. И внезапная проблема, на этом острове ни черта нет веток. Нам надо где-то ветки высадить. Блин. Буквально пару веточек-то надо. Но их вообще нет. А сломать его совсем. Вот это, конечно, беда. Так-то на зонтик хватает. Надо, кстати, от Бэггинс пока отказаться. Пусть на базе тусит. Он только мешается, на него там враги агрятся. Поэтому посмотрим. Да, тут что-то ветками даже и не пахнет издали. А я не помню, я кусты под ветки вообще выкапывал, заготавливал ли. Так, ну вот халява, которая валяется, можно подбирать. С рассудком до сих пор беда. То есть можно цветочек пособирать, конечно. Немножко рассудок отапать. Но за счет того, что я намокаю и пока что ни черта с этим не могу поделать, это, конечно, немножко удручает. Так, а где мы тут ветки еще можем добыть в теории? То есть сюда-то я приплыву. Там вот ветки есть, да? Придется, наверное. Какие тут могут быть варианты? Дублоны уберем. Которые в золото, кстати, не конвертируются, к сожалению, почему-то. Ну вот, в материалах тут нет вкладки. Кто-то мне в комментариях с умным видом писал. Но как бы да, я в теории подозреваю, где оно есть, но что-то там ни черта нет. Поэтому нифига не работает. Ладно, погнали.
Надо кораллов добыть. Кирка у меня есть. И надо нефть привезти. И с погодой, конечно, надо что-то решать. Как меня достали эти молнии? А, сейчас у меня еще, кстати, отъедет кожаный этот парус. Придется новый делать, чинить его пока что нечем. Паутины нету. Погода вообще, конечно, уничтожает просто. А сейчас еще будет сезон дождей. То есть сейчас-то дождей много. То есть нам надо как-то порешать. Можно шапку из змеиной кожи действительно что сделать. Эта часть решит проблему. Но надо зонтик. Зонтик трындец как нужен. Можно попытаться опять его в магазине купить. И да, в комментариях еще правильно заметили, что у меня кит там как бы заждался. Надо киту сплавать, я думаю. Из его жира, кстати, делается нательная жилетка, которая защищает от влаги. Правда, придется от сумки на какой-то промежуток времени отказаться тогда. Ну, тогда бэггинс придется таскать. Короче, посмотрим, подумаем. Сейчас надо проверить, что у нас там по нефти. Ну, с нефтью там должно быть все нормально. Так, я собрал все кораллы, которые тут есть в зоне доступа. Скорость плавания, конечно, печальная. Прочность лодки еще более печальная. Кувшинки растут. Все как надо. Волны эти гигантские просто. И их много. И это нифиговая такая проблема. Нам еще надо чем-то это заправить все. Ну, может, обратно же нефтью. Так, подожди, это все, да, 7. А сколько надо для того, чтобы сделать? 6 надо, да? То есть нефтью заправлять такая себе идея. Придется просто дровами. Блин, печаль. Ладно, включаем, пусть работает. Капец, опять мне кошмары оттачат! Это беда. И проблема слегка. Хотя топливо... Блин, намокание это, конечно, доканывает. Да ё-моё! Ну да, Бэггинсу все что-то, конечно, святое. Просто без этого никуда. Пришлось лодку вот здесь бросить. Потому что у меня парус отъехал, и я не мог грести и там подсвечивать. Короче, прям беда на беде за бедой погоняет, да? Так, жди это. А, у меня здесь еще паутинка есть, окей. Что у нас по топливу? Топливо есть здесь. Я могу теперь наконец-то сделать, по идее, верфь, как и планировал. Для этого нам надо еще известняка. И вроде бы этого должно хватить. Да, морская верфь, наконец-то. Наконец-то. Фу, было непросто. Так, у нас тут еще доски есть, деньги есть. Может, я все-таки смогу купить зонтик? Побежим, наверное, заглянем. А, еда у нас есть, отлично. Факел есть, все есть. Лампа, иди сюда. Бэггинс, наверное, останься на базе. Ты мне сейчас в последнее время только мешаешься. Но кто бы сомневался, зонтика все равно нет в продаже. За 5 хрюнтов можно купить ткань. И это все равно нам не принесет зонтик, само-то собой, блин. Ах ты ж скряга. Мог бы и продать. Но сейчас сезон муссонов. Это говорит о том, что можно пойти акул убить. И мне кажется, тюльнинада там, скорее всего, пропала. Но надо будет все равно проверить, вдруг оно еще осталось. Я бы хотел бы тюльнинаду убить, конечно. Но еще надо лодку успеть починить. То есть надо сейчас отсюда лодку забрать. Парус еще сделать. Так, парус, если делать, он там из чего делается-то? Дрова нужны, веревка, змеиная кожа. То есть еще и надо и дрова нафармить. Короче, дел хватает, выживать здесь не так-то и просто. В условиях вот этой всей фигни. В условиях невезения, когда я долго не мог найти вообще подходящий остров. Это небольшими проблемками нам, конечно, все вылилось. Ну или даже большими проблемами. Еще бы Крякина убить. Короче, надо много кого убить в идеале. Посмотрим. Так, давай еще пока что дерево подфармим, а еще и веток нифига нет. Надо идти ветки выкапывать и пересаживать. Ах, ты ж ядовитая дрянь. Так, подожди. Главное, чтобы ты меня еще не покусал и не отравила. Хотя тут противоядия, в общем-то, продаются. Наконец-то автоматическая починка. Разместил я морскую верфь поближе сюда, чтобы у нас кострище освещало всю эту историю. Ну и, кстати, надо подсветить, потому что уже практически ночь. Деньги не особо пригодились. Вот эта ткань нам пригодится, возможно, мешки делать в дальнейшем. Нужны еще сундуки, что-то сундуков трындец как не хватает. Ладно, деньги сюда.
Шишки мы потом высадим. Этим нам надо будет подзаправить. Ну, бананы выступят в роли наполнителей. И для костра у меня ни черта нет, по факту, да? Ну ладно, вот этой подсветки должно хватить. Надо сейчас починить лодку и проверить тюльнадо на всякий случай. Вдруг оно еще никуда не пропало. И потом двигать к акуле. Вот сюда вот, да, по дороге тут еще веток где-то накопать на каком-нибудь острове, наверное, вот на этом заодно. Вот тут вот подразведать, да, вот эту территорию. Кстати, там еще и клад. Убедись, что-то хорошее зарыто. Придется с собой брать тогда, опять же, Бэггимса, чтобы все это дело вместить. Но посмотрим. Главное сейчас лодку привести в порядок. Сплавал, проверил, как там поживает тюльнадо. Оно, конечно, задиспавнилось, само собой. Но здесь мы, кстати, можем веток пособирать, в теории повыкапывать. Единственное, что здесь вот эти птицы, которые не особо-то довольны, когда рядом с ними носишься. Надо обходить, а то молния прилетит в жбан. Будет крайне-крайне неприятно. Ну, мне, кстати, лампу нечем подзаряжать. Тоже беда. Сачок надо было взять и биолюминесценцию половить. Что-то я как-то только сейчас об этом подумал. Так, внезапное сохранение. Ну и давай вот это дело повыкапываем. Ветки надо у себя на острове высаживать, а то без веток жизнь, конечно, печальная печаль. Еще где-то полки. Чё? Откуда молния? Игра! Что началось? Что это было вообще? За что просто? Просто за что? Откуда эта молния? А жди, у меня же вот подсветка есть. Все, давай подсветим. Мы же с этого турка будем жрать. Ладно, терпи на мужика пока что. Мне тут надо дела сделать. Надо не дать его, конечно, сожрать. Еще пригодится. О, плюс паутина. Хорошо. Плюс рассудок. Давай сюда, паучки. Ну, не знаю, даже, наверное, мясо возьму. И паутину возьму. Все это нам в хозяйстве, ой, пригодится. Логово акульих котят, оно как бы на месте, по всей видимости. Вот и акула, понимаю. Что-то даже акулят-то не было, алло, ты что такая дерзкая? Жестко. Опасная дрянь. Так, надо не перестараться, а то укусит больно. Да, три уже лишние. Два нормально. Ой, три, говорю, лишние, что ж, какая Вальхала ждет? Нас с тобой реально Вальхала ждет, если так тупить будешь. Не, акула-то не сложный, босс. Главное не тупить. И не дерзить там, где не положено. В идеале, конечно, под кофе драться, но для нас кофе недоступно. И не дать ей избежать еще, кстати, немаловажный момент. Все, как бы, да? Это был, конечно, внезапный десант. Максимально. Максимально внезапный. Так, две жабры акулих мне хватит. Где еще акулята? Акулятки, туруру, вылазим. Идем на смерть. Тут еще два клада, которых нам надо добыть. Так, глаз, это все хорошо. Так, подожди, а ты... А, угу. Я еще Бэггимса хотел как бы это подсейвить. Подсейвил, проверяй. Его, походу, первая же атака и убила, да? Так. Частичный очиститель, чтобы нас не заразили, если что. Отравленное копье неинтересно. Вообще мусор, по факту. По факту просто мусор. Я даже брать, наверное, не буду, только доски возьму. Остальное мусор мусористый. Блин, я боюсь, что мне двух жабр-то не хватит нифига. Поэтому надо подождать утра. Разведем, наверное, костерок. Побегаем тут, пока пособираем, что есть. Крокодилы решили пожаловать к нам. Понимаю, понимаю. Давай подождем. Но я копьем с ними буду воевать. Нечего абордажную саблю тратить. Хотя абордажные сабли в этом мире не особо дефицитный товар. Сырая рыбка. Ну, с едой мы тоже разберемся. У нас тут что осталось? Вот здесь вот этот остров заодно изучить. Клад забрать. Я хотел бы еще пару акулят завалить чисто ради акульих жабр.
Жаль, что из акулы выпал только один глаз, там может два в теории выпасть. Но будет одна супер подзорка, с помощью которой можно будет вот этот край подразведать, да, вот здесь вот подразведать, здесь подразведать. Чтобы особо не плавать, мы просто воспользуемся именно что мега-супер-убер-мощной подзоркой, да. Ну, еды немного. Ладно, если что, можно акулье это мясо поесть. Так, давай, до свидания. Вига, конечно, мощная, крокодилы для нас по факту-то не проблема. Вон, акулятки. Акулятки, ничего личного, просто нужны жабры. И более ничего. Акула-то еще раз точно не придет, причем он что-то один. Здорово. Мяу, да. Так, внутри жабры должно по-любому хватить. Плавник, я не знаю, на суп или схавать. Рассудок минус 15. Ну, минус 15 рассудка не особо критично. Если что, можно съесть. Еще бутылка с кладом. Ну-ка, где на этот раз? Давай тут же, на этом острове. Ну, типа, недалеко от базы. Что хорошо. Вообще недалеко. Можно будет потом и сплавать. Так, ну бутылку я с собой уже не поволоку. Бэггинс скоро воскреснет. Но что-то он очень часто умирает, как обычный Честер. Что за дела? О-хо-хо. Что это за остров такой? Странный. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за дерьмо? Почему здесь эти боссы тусят? Рили? Два босса на одном острове, которые еще между собой дерутся? Тих-тих-тих, я не при делах. Блин, жесть. Мою мать. Как мне клад забрать? Окей, давайте, деритесь, деритесь, деритесь. Я там недобитого добью. О, жди, тут еще и королевский скипетр. Забираем. Что тут в кладе? Блин, у меня меча-то нет. Тут типа руины. С типа обезьянами. Ё-моё, тут все трясется. А, это ты бежишь. Макайки, мстите ему, что он себе позволяет. На, просто говном тебе. Там макака дерется. Ну как, дралась? Не надо, только не меня. Меня за шо? Да ёма. Тварь. Я его в принципе... А нет, танчить что-то не получится. Что-то нет. Его надо под каким-нибудь кофе бить. Не, все, у меня брони нет. Ой, что-то какие-то прям острова тут козырные. Блин, как мне клад-то добыть? Так, дай смыться. Дай смыться, пожалуйста. Не гноби меня. Что тебе надо? Ё-моё. Так, уходим в подполье. Мне надо золото для того, чтобы сделать каску. Иначе я откисну без этой самой каски. Так, золотой самородок, хорошо. Давай костер, может быть, как-то тут что-то подхилим сейчас. Блин, жестко. У меня еще броня нательная есть, конечно. Наверное, придется пользоваться. Так, подожди. А что, мне на шапку не хватает? А, не, хватает, все нормально. Проблема в том, что здоровье чуть не очень-то, да? Вообще не очень-то здоровье. Давай плавник пожарим. А, плавник не жарится, да? Ешь. Минус рассудок, конечно, но что поделать. А, хилит на 20. Имба. Давай сейчас тогда отхилимся и пойдем его накажем. Есть контакт. В руки. Где ты там, говно? Блин, ты прилетел очень вовремя. Блин, сходу сдох. Могу я втанчить? Смог. Аллилуйя.
Блин, а чё мой этот? Переносчик дохнет по КД. Что за дела? Блин. Камни хочется позабрать. Это забрать как-то. Там еще и рок выпал. Блин, а. Все не влазит. Надо опять Бэггинса ждать, короче, пока появится. До этого момента, может быть, как-то со вторым боссом совладать. Но займемся этим в следующий раз. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.